Всем привет, с вами Мегатрон. И вот сейчас я начинаю проходить игру Спайра Рождение Дракона. До этого я ни разу не играл ни в одну из серий этого Спайра, поэтому не особо вникаю, где что, какая часть. Но мне сказали, что это самое лучшее. Вот. Поэтому начинаем новую игру и наслаждаемся. Даже в самые мрачные времена искры надежды не угасают. Временами страх застит нам взор. Временами силы оставляют нас. Но когда нам кажется, что все потеряно, луч света рассекает тьму, напоминая нам о том, что и малая толика мужества может иногда изменить весь ход войны. Я не могу. Ко мне, быстрее! Спайро! Спайро, открой глаза! Поднимайся! Что случилось, Агара? Где мы? Я не знаю. Все как в тумане. У меня тоже. Голова гудит. Тс, погоди! Это не твоя голова. И я слышу гул. Что это? Искряк! Это ты? Даже я бы не возражала. Что они делают? Не время это выяснять. Пошли. А, что, есть проблемы? Ох, это добро не кончится. Добру. Они проснулись, не дайте им уйти. Итак, что выбраться нам приходу? Надо будет сразиться со всеми на этой арене. Так, ну пока я ничего не понял, что они делали в том кристалле и так далее. Ну что ж, думаю, нам по ходу игры это все расскажут. Итак, основные действия. Прыжок, слабая атака, сильная. Угу. Чтобы подбросить противника в воздух, чтобы тебя держать. Ага. Да.
Да, весело, конечно. Очень весело. Так, защита, что я блокирую? Да так возьмите. L1. Но она слабо работает. Ух, смачно. Смачно мы всех одолели. Еще подмога бежит. Не добежала. Захват противника. Сейчас попробуем. Жестко. Очень красиво сделана игрушка. Мне уже нравится, да, реально. И не хотят же нас отпускать, а? Немного житок нам дают, конечно. Печально. Ай-яй-яй-яй. Чуть не попал. Ладно. Да что ж так? Есть. Эта цепь мешает нам двигаться. Нам не справиться. Будем двигаться вместе. Следуй за мной. А почему ты ведешь? В укрытие. Плохая мысль, ты видишь. Скряк, я тоже рад тебя видеть.
ты в порядке? Шевелиться трудно. Голос подводит. А так в порядке. Эй, воссоединение — это очень трогательно и все такое. Но нам пора идти, пока эта штука снова не поднялась наверх. Боюсь представить, что будет со Скриком. Кто он такой? Не знаю. Он сказал... Шш, от тебя слишком много шума. Он мне уже нравится. Да, жестко. А, двойной прыжок, чтобы слышать... Ага, ну понятно, как всегда. Двойной прыжок. Так. Это классно. Маленький дракончик спасает мир. Спайра, Агара, как вы? Ничего себе не сломали? Немного тряхнуло, но не слишком сильно. Благодаря тебе. Очень рад. Я боялся, что опоздаю. Зовите меня охотником. Охотник? Ты следил за мной? И уже давно, друг мой. Ты так и не вернулся в храм. И старший дракон Салютус послал меня на поиски. Это было почти 3 года назад. Что? 3 года? Но это невозможно. Я понимаю. Такие новости — большое потрясение. Простите мне краткость объяснений, но здесь не место рассуждать о потерянном времени. Тут небезопасно. Следуйте за мной. Так, переключение. L2. Окей. Красные штуки, давай. Так, бежим. Непонятно пока весь куда. Но ясное дело, нам нужно сюда выбраться. Все ближе и ближе. Вот это спринтер, блин. Ух, иди вперед, Агара. Это безопасно. Для меня. Для меня безопасно. Тише ты. Ты нас выдашь. Фу. Чтобы парить в воздухе, нажмите утяжечный крестик. Ага. Ну понятно. Чтобы перейти к полету, нажмите крест. Для наброса нажимайте крест. Для снижения... Крест нажатый. Сейчас попробуем. Вау. Мягкий полет. Мне понравилось. 2, 3. Ну, как всегда. Вау. Обломись, парень. Не судьба. Точка сохранения. Вы только на сайте говорите. Ага. Сохраняем. Итак, окей. Ну что ж, на этом я заканчиваю первую часть прохождения. Итак, какие мои выводы? Игрушка действительно классная.
Ну, слова даже особо таких нету. Так что прохождение дальше будет. Вот. Ну что ж, на этом все. С вами был Мегатрон. До новых встреч. Играйте в классные игры.